«Кричащий череп» — это кинофильм, достигающий в своей кульминации шокирующей степени кошмара. Его воздействие настолько ужасающе, что может иметь непредвиденные последствия. Он способен вас убить. По этой причине его создатели чувствуют необходимость гарантировать бесплатные ритуальные услуги каждому умершему от страха за просмотром «Кричащего черепа». Забронировано для вас. Добро пожаловать, миссис Уитлок. Здесь чудесно, Эрик. На мгновение показалось, что ты разочарована. Это не так. Место правда очаровательное. Смотри. А там, я так понимаю, гнездышко. Верно? Окно в спальню. Да? Которая будет нашей. Для начала там потребуется некоторый ремонт. Это ведь была ее комната, да? Да. Ну идем же, покажу тебе остальной дом. Полагаю, сейчас он кажется несколько неприветливым, будучи таким пустым. Но в этом нет ничего необычного. Вскоре после нашей с Мэрион свадьбы она убрала всю мебель, которая досталась ей от родителей. «Это же наш дом», — так она говорила. «И каждую вещь для него мы должны подбирать внимательно. Многого мы не успели, прежде чем она умерла. Но теперь, когда ты здесь, дом снова станет уютным. Завтра я достану все из закромов». Мебель в городе, на складе. Это я тоже исправлю. Свечи есть? Конечно. С ними будет вдвойне романтичней. Говоря о романтике. Я же должен перенести тебя через порог.
Я люблю тебя, Эрик. Люблю. Дженни. А ведь я думал, что моя жизнь закончена. Что это? А, Микки держит там свой рабочий инвентарь. Кто такой Микки? Садовник. В эти два года, пока меня не было, он тут за всем присматривал. Один? Вот именно. Работа у него должна быть не в проворот. Они с Мэрион часами возились в этом саду. И в оранжерее там сзади. Он ее очень любил. Иногда я даже задавался вопросом, кто она, моя жена или его нянечка. Мне кажется, он до сих пор не верит, что ее больше нет. Думаю, он ждет, что однажды утром она приедет, и он отругает ее за то, что она забросила их в сад. Ты все еще любишь ее, так ведь? Нет, я не ревную. Я бы сказал ей спасибо. Думаю, нужно полюбить однажды, по-настоящему, чтобы научиться любить навсегда. Научившись этому у нее, ты теперь отдаешь эту любовь мне. Жаль, что нет способа как-нибудь отблагодарить ее за это. Кто это еще? Не знаю. Но они заворачивают ко входу. Пошли, идем. Эрик, я вижу Эрика. Решили заехать и познакомиться с твоей новой супругой. Эрик, надо же, какая встреча. Да, столько времени прошло. Преподобный, рад тебя видеть, Эрик. Дженни, это миссис Сноу. Счастлива с вами познакомиться. Дженни, это приятнейший сюрприз. И преподобный мистер Сноу. Здравствуй, моя дорогая. Эрик, она просто чудо. Знаю. Случилось мне быть в городе и наткнуться на мистера Мауэра. Он мне и доложил, что ты сегодня возвращаешься. Вот мы решили проведать и заодно привезти вам кое-что к ужину. Как мило. Это сэкономит вам время на хлопотах с покупками, пока обустраиваетесь на новом месте. Тогда почему бы вам не остаться на ужин? Нет, не сегодня, мы об этом даже не думали. Нет, соглашайтесь же, прошу вас. Это будет как в старые добрые времена. Хорошо, но на условии, что готовить буду я. Вам не нужно этого делать? Я понимаю, но я с удовольствием. А вот и Микки. Извини, дорогая. Микки! Бедный Микки. Ухаживает за этим местом, как за гробницей. Эрик рассказал мне, как сильно он любил Мэрион. Отец Микки тоже работал тут садовником, еще когда отец Мэрион был жив. Микки и Мэрион выросли здесь вместе. Дженни, это Микки. Как твои дела, Микки? Надеюсь, мы станем хорошими друзьями. Так что, Микки? Спасибо, Микки. Что ж, не пройти ли нам уже в дом? Хорошая мысль. Да, Микки, не забудь, ты обещал мне несколько саженцев этих роз. Еще увидимся, Микки. В ближайшее время я собираюсь свозить тебя к парикмахеру. Извини нас, Микки. Готово. Господи, Эдвард, пожалуйста, осторожнее там, не сверни себе шею. Не переживай. Вы прекрасно справились, преподобный. Боже мой, эти двое прямо как дети. Выглядят не так уж и плохо, Эрик. Дженни, надеюсь, что в твоих попытках образумить твоего мужа тебе повезет больше, чем мне. А знаете, вам стоит признать, что зал теперь выглядит лучше. Хорошо, будь по-твоему, но теперь ты, в свою очередь, поможешь мне с ужином. Пойдем. Эдвард, составишь Дженни компанию? Конечно, дорогая.
Нет, Мэрион, нет. Отправь их прочь. Да? Нет. Эрик, она очень даже мила. Дженни? Да. Разве она не прелестна? Она совершенно не похожа на Мэрион, но мне сдается это к лучшему. Ты знаешь, многие мужчины, потеряв супругу, так сильно отрицают потерю, что потом женятся на точных копиях своих первых жен. Разве это честно, вот так пользоваться живыми, чтобы возвращать себе умерших? Нет, полагаю, нет. Мы загоняем себя в тюрьму нашего прошлого, по крайней мере, нашего сентиментально выдуманного желанного прошлого. Миссис Сноу. Да? Мне нужно кое-что сказать вам и преподобному. Конечно, Эрик, что такое? Видите ли, прошлое Дженни было не слишком радостным. И если расспрашивать ее об этом или о чем-то, что могло бы живо напомнить ей о нем, она очень впечатлительна. Что-то не так, Эрик? Нет, совсем нет. Но понимаете, она... лишилась родителей много лет назад очень трагичным образом. И разговоры о горестном прошлом, они ее только... Она слишком восприимчива. А я хочу, чтобы она была счастлива, миссис Сноу. Разумеется, как и все мы, но... Но как она их потеряла? Послушай, дорогой мой, это не назойливость, просто мы с мистером Сноу могли бы попытаться помочь, если бы знали, в чем дело. Они утонули. Несчастный случай. И это произошло прямо на глазах у Дженни. А кто такой мистер Мауэр? Мистер Мауэр? Юрист в городе. А что? Я думала, никто не знает о нашем приезде, а вы сказали, что услышали от мистера Мауэра. Эрик написал ему. Он следит за поместьем или за тем, что от него осталось. Ах да, Эрик должен завтра с ним увидеться. Эрик распоряжается поместьем совместно с мистером Мауэром. Видите ли, смерть Мэрион оказалась столь внезапной, что все, что осталось Эрику, это этот дом, это земля. Тот же мистер Мауэр и сообщил мне, что Эрик нашел очень милую и добрую девушку, в которую тот без ума влюблен. В эпитетах он явно поскромничал. А как умерла Мэрион? Разве Эрик вам не говорил? Думаю, для него это больная тема. Я не хочу принуждать его к разговору об этом. Может, вы мне расскажете, мне бы хотелось знать. Это был дождливый день. Они с Микки работали там, в оранжерее. Она оставила его, чтобы вернуться в дом буквально на пару минут. Насколько нам потом удалось восстановить картину произошедшего, когда она спускалась вниз по этой тропинке, дождь, вероятно, начал лить очень сильно. Скорее всего, она побежала. Мы, конечно, не знаем, что именно случилось потом. Возможно, она поскользнулась на мокрой листве. Основание ее черепа было раздроблено. Была версия, что она ударилась головой о край бетонного бордюра, на котором мы сидим, и упала туда. Она умерла в воде. Там Эрик ее и нашел через 10 минут. Мэрион. 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 Ты же сказала... Сказала, жди здесь, Микки. Я сбегаю в дом. Всего на минутку. Жди здесь, Микки. Так ты сказала. А потом ушла прочь под дождем. И ты не вернулась поиграть. Мэрион. Что они сделали с тобой? Почему забрали тебя у Микки? И не забудь, послезавтра мы ждем вас с Эриком к нам на ланч. Мы сделаем даже лучше. В воскресенье мы придем еще и в церковь. Да тебе будет легче гору сдвинуть, чем заставить Эрика там появиться. Он придет. Ну идем, дорогая, уже поздновато. Эрик, большое тебе спасибо за то, что принес в нашей жизни Дженни. А вам спасибо за ужин. Готовить мне было в наслаждение. Доброй вам ночи. Доброй. Эдвард, а ты знал, что Дженни очень богата? Да, мистер Мауэр сегодня в городе мне сообщил. Но при этом она ни капли не похожа на Мэри. Он такая тихая и застенчивая, будто боится чего-то. Я знал, дорогая, что мои друзья тебе понравятся. А это что еще такое, а? Просто от радости. Ну, хватит. Я так счастлива. Перестань. Thank you.
Как наши кровати? Отлично. Что читаешь? Одна книга, которую мне дала миссис Сноу. Интересная? Называется «Зверь в чаще». Она о человеке, проведшем всю жизнь в ожидании какого-то великого чуда, которое должно было с ним произойти. У него был только один хороший друг. Женщина, кому он мог довериться. А потом она умерла. И на ее могиле он внезапно понял, что она и была тем великим чудом, которого он прождал всю свою жизнь. Но было уже слишком поздно. И тогда его память, как зверь из чащи, прыгает на него из прошлого, чтобы убить. Бедняга. Он не знал, что теряет. Эрик. Эрик! Эрик! Ты что тут делаешь? Окно стучало. А где ты был? Мне послышалось, будто кто-то бродит по дому. Ну в чем дело, дорогая? Что это? Вода? Лист кувшинки. Не думаю, что Микки ищет ее в пруду. Дженни, прекрати немедленно. Ничего не могу с собой поделать, Эрик. Это гадкое чувство вернулось. Я запретил тебе говорить об этом. Она выглядела так же, Эрик. Моя мать выглядела так же. Дженни, Дженни. Я бессильна, Эрик. Дорогая, такими словами ты сама бередишь свои старые страхи. Но я должна выговориться, Эрик. Мне это нужно. Я запрещаю тебе говорить об этом сейчас. Что? Но именно сейчас, когда ты рядом со мной, когда я вновь ожила, я не хочу снова слечь. Милая, послушай меня. Ты не должна больше о таком думать. И вообще, как этот бездарный автопортрет мог тебя настолько расстроить? Я знаю, это лишь мои личные страхи. Моя собственная вина, от которой я не могу сбежать. Прости меня, Эрик.
Я хочу, чтобы ты меня выслушала. И хочу, чтобы ты поверила мне. Однажды ты была больна. Да. Но тебя вылечили. А причина сегодняшнего — Микки, как ты уже, наверное, сама понимаешь. Он ночь за ночью ищет возле того пруда Мэрион. А после этого, скорее всего, приходит сюда. Утром я с ним поговорю. Неужели не видишь? Все объясняется очень просто. А если мне еще слышатся крики, Эрик? Ведь перед тем, как меня положили в больницу, у меня были слуховые галлюцинации. И теперь это началось снова. Что ты слышал? Пронзительный, странный крик. Пронзительный и странный. Словно крик павлина? А как он звучит? Иди сюда. Похоже. Вот видишь, абсолютно ничего странного. Какая же я дурочка. Теперь лучше себя чувствуешь? Да. Доброй ночи. Больше нам не придется беспокоиться насчет ночных визитов, Микки. Я запретил ему входить в дом. Я ночью просто перенервничал, не хочу, чтобы ты сваливал это все на него. Нет, он же ребенок. Его нужно воспитывать. Мне бы хотелось, чтобы он считал меня своим другом. Но можешь заняться с ним садоводством, пока я буду в городе. Если он увидит, что тебе это интересно, ты его довольно быстро очаруешь. Подожди минуту. Я написала список, тут в основном продукты. Уверена, что не хочешь поехать со мной? Думаю, с этим ты и без меня справишься. Я узнаю насчет света, телефона, заеду в банк и договорюсь на складе мебели. А то, знаешь, на такой кровати я себе спину сломаю. Не забудь увидеться с мистером Мауэром. С ним у меня будет разговор вечером скучный, но необходимый. Ты вернешься к ужину, я тебя дождусь. Если вдруг не успею, дорогая, не волнуйся. Вырваться из когтей Мауэра иногда можно только божественным вмешательством. Я тебя люблю. Здравствуй, Микки. Ой, осторожней. Ты же ее чуть не порезал. Красивая, да? Такая теплая, приятная. Раньше в детстве я мечтал быть гусеницей. Но я тогда была совсем маленькой. Беги. Мэрион, наверное, любила этот сад. Мы всегда будем за ним ухаживать ради нее. А знаешь, чего бы мне сейчас хотелось, Микки? Хотелось бы взять самые красивые цветы и отнести ей. Тебе бы это понравилось? Да. Эрик сказал мне, что она тут, рядом. Не покажешь мне? Все хорошо, Микки? Конечно, это была большая потеря для вас обоих.
Она плачет. Плачет? По ночам. Мертвые не плачут, Микки. Я слышал ее. Слышал? Микки! Мне кажется, он до сих пор не верит, что ее больше нет. Она плачет. Плачет по ночам. Думаю, он ждет, что однажды утром она приедет. Она умерла в воде. Основание ее черепа было раздроблено. Она не хотела умирать. Она умерла в воде.
Эрик? Дженни. Дженни. Милая. Эрик, все в порядке, дорогая. Все хорошо, я здесь, рядом. Ложись, вот так. Просто приляг. Все хорошо. Эрик, когда ты меня нашел, что еще там было? В каком смысле, что еще? Череп. Дженни. Знаю, что его уже не было. Конечно, не было. Микки говорит, что Мэрион по ночам рыдает. Что за ребяческие глупости? Не вини его. Мы оба слышим павлинов. Для него из-за любви к Мэрион их крики превращаются в ее плач. А для меня из-за моей болезни, дорогая, всю эту бессмыслицу мы вчера уже обсуждали. Неужели ты не понимаешь? Мне же раньше никогда не чудилось ничего такого. Просто стоять там и видеть своими глазами, чтобы потом оказалось, будто ничего и не было. Эрик. Хочу, чтобы ты позвонил завтра в Нью-Йорк доктору Рэнду. Хочу, чтобы ты отвез меня обратно. Нет, Дженни. Может быть, это звучит эгоистично, но разве ты не видишь, здесь у меня есть ты, и я счастлив в нашей любви. Я не хочу лишиться этого. Утром приедет мистер Сноу, и мы ему расскажем. Он очень отзывчив. И я считаю, ты со мной согласишься. Насчет чего? Думаю, это Микки. Понимаешь, он возненавидел меня сразу же. Мэрион была его подругой, и когда я на ней женился, он решил, что я отнял ее у него. А теперь, когда она мертва, отнял ее навсегда. Полагаю, в его детском рассудке я за это в ответе.
И сейчас, раз ты моя жена и живешь в доме Мэрион, он ненавидит и тебя тоже. Сомневаюсь, что это дело рук Микки. Он не настолько смышленый и находчивый. Тогда кто? Я сама. Все это у меня в голове. Нам нужен кто-то со стороны, дорогая. Кто-то, кто не станет впутывать сюда наши чувства друг к другу. Пусть преподобный снова приедет утром. Он был там. Что ж, это в любом случае правдоподобно. Посмотри сюда, Дженни. Видишь? Вот так ты и поранила себе руку. Но ты говоришь, что выбросила череп туда, где сейчас ищет Эрик? Да. Эрик нашел что-нибудь? Пока ничего. Дженни, разумеется, ты должна согласиться со мной, что такой хрупкий предмет, как череп, разлетелся бы там внизу на осколки. Но Эрик ничего не обнаружил. А уж предположить, что череп мог сам по себе передвинуться оттуда ко входной двери... Ну перестань, Дженни, нет никаких причин для слез. Просто я с вами согласна, разве не видите? Эрик рассказывал вам, что я провела год в лечебнице. Эрик только сказал миссис Сноу, что ты очень впечатлительна, и больше ничего. К тому же я знаю множество людей, которым не помешал бы отдых в лечебнице. Это была не совсем та лечебница, о которой вы подумали. Понимаете, я выросла любящей своего отца и ненавидящей свою мать. Но она никогда об этом не знала. Я держала это в себе. Она была очень красивой. Очень веселой, как она. Почти точь в точь. И я знала, ее раздражало, что я выросла не похожей на нее. По ночам я лежала в постели и желала ей смерти. В этом нет ничего особенного. Многие дети проходят через подобный период, я понимаю. Я уже не была ребенком. И однажды мое желание исполнилось. Они оба утонули. Мне до сих пор слышатся ее крики. Я была совсем одна на маленьком пляже и видела только перевернутую лодку, качавшуюся на волнах. Я пыталась доплыть до них, но волны отбрасывали и отбрасывали меня назад. А потом эти крики до меня уже не доносились. Через несколько часов приехали люди, начали искать тела, и так и не нашли. Тогда у меня и появилось это мерзкое чувство, что если бы я действительно хотела ей помочь, я бы могла их спасти, а я не хотела. Чувство, что это я их убила. Нет, Дженни, ты пыталась, старалась как могла, пыталась. Но все молитвы и раскаяния так и не смогли заставить это чувство уйти. И тогда меня положили в клинику. А потом сказали, что вылечили Дженни. Они сказали, что я здорова. Микки! 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 Ладно, вы отправляйтесь. Я приеду к ланчу. Как по-твоему, куда он мог деться, Эрик? А кто же знает этого Микки? Может быть, прячется? Ты смотрел у могилы Мэрион?
Микки! 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 Эрик, отыскал его? Нет. Где Дженни? Она с миссис Сноу во внутреннем дворике. Эрик, думаю, я должен тебе сообщить, что Дженни призналась мне насчет лечебницы. Ваша жена уже знает? Я сказал ей, что Дженни впечатлительна, но не до такой же степени. Я решил не ставить ее в известность. Мистер Сноу, вы окажете мне и Дженни огромную услугу, если забудете эти ее откровения. Но, Эрик, это может кое-что объяснять. Это ничего не объясняет. На твоем месте, Эрик, я бы увез ее отсюда. Если она настолько чувствительна, а этот дом ее так пугает, зачем подвергать ее такому? Я не могу этого сделать. Для нее это самый худший вариант. Мистер Сноу, это же будет означать, что она снова больна. А я желаю ей счастья. Мы останемся здесь. Может, тебе и лучше знать, Эрик. Видите ли, у меня простая и старомодная философия. Единственное лекарство от ее страха — это доказать ей, что она любима. По-настоящему любима. А моя любовь к ней сильна. Благослови тебя, Господь, Эрик. Этой женщине очень повезло, что у нее есть кто-то вроде тебя, чтобы заботиться о ней. Скоро наступит ночь. Дженни, Дженни. Прости. Дорогая, ты должна поверить, ничего подобного больше не произойдет. Никогда. Микки! 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 Эрик! Эрик! Эрик, остановись! Так, ну ничего, ты пытался добиться этим черепом. Где ты его взял? Прекрати, он же не виноват. Дженни, я сам разберусь. Теперь я знаю, что не нравлюсь тебе, Микки. И что ты хочешь прогнать нас отсюда всеми этими идиотскими попытками нас напугать, будто мы дети малые. Это же был ты? Так ведь? Ты или нет? Нет, не я. Не я это. Проваливай отсюда, убирайся. Я хочу, чтобы ты перед ним извинился. Мы оба знаем, что он тут ни при чем. Мне все это просто привиделось. Дженни, кое-что я сделаю. И ты мне в этом поможешь. В чем? Тот портрет наверху. Напоминающий тебе о матери. Да. С тобой же все было в порядке, пока ты его не увидела. А теперь он гнетет тебе этими воспоминаниями о прошлом. Мы его сожжем. Но ведь он важен для тебя. На эту картину мне наплевать. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Но мы не сможем этого добиться, пока страх не покинет наши жизни. Хорошо, Дженни. Давай же. Вернемся в дом. Просто павлины кричат. Костер почти догорел. Да. На ночь нельзя оставлять золу тлеть.
В здешних холмистых зарослях это как пороховая бочка. Не хочешь мне помочь? Ну что, уже полегче? Как будто я убил ее собственной рукой. Она вернется и... Она вернется. Дорогая, если будешь продолжать в таком духе, ты порушишь весь смысл. Теперь этой штуки в доме нет. Все кончено. Дай себе хотя бы полшанса, и ты сразу начнешь обо всем этом забывать. Просто разгреби немного эту золу для меня, а я залью ее водой. Вот так. Эрик! Эрик! Что такое, дорогая? Череп! Это же череп! Милая, нет никакого черепа. Нет никакого черепа там. Его не существует, Дженни. Дорогая, нет там черепа. Его не существует. Думаешь, мы еще сможем успеть на самолет сегодня? Как приедем в город, я позвоню мистеру Мауэру. Он организует ночной перелет. Я думала, у нас будет больше времени. Времени на что-то прекрасное. Все будет хорошо. Разумеется. Это всего лишь я. Все будет нормально. Добрый вечер, моя дорогая. Миссис Сноу подумала, что утром на завтрак вам могут прийтись по душе свежие яйца. Здравствуй, Эрик. Какая неожиданность. Ну, наши курочки несутся вовсю, как видишь. Хорошо, я возьму это. Извинишь меня, дорогая? Конечно. Что такое, Эрик? Мне придется увезти Дженни отсюда, в клинику, где она лежала раньше. Это снова случилось? Я решил, что ей пойдет на пользу, если мы избавимся от портрета. Вы знаете, от какого, да? Мы его сожгли, и ей привиделся череп в зале. Ты там был? Я ничего там не увидел, конечно же. Разумеется. Я считал, что это Микки. Но когда я сам стоял там, глядя на нее... Есть кое-что, о чем я никогда не говорил вам, мистер Сноу, как и никому другому. Когда Дженни положили в ту больницу, она пыталась покончить с собой. И я жутко напуган. Думаешь, она попытается еще раз? Я в этом уверен. Если только я не успею вернуть ее в эту клинику. Когда вы едете? Сегодня же вечером. Нам будет вас не хватать. Мы с миссис Сноу очень привязались к Дженни. Да, как и она к вам. Сюда, полагаю, ты уже больше не вернешься. Нет. Никогда. Я буду скучать по нему и его жене. Он очень добрый человек. Да. Когда я только что с ним прощалась, он пытался меня развеселить. Как?
Сказал, что думает, будто череп был настоящим. Сказал, что пришлет утром людей, чтобы обыскать поместье. Обыскать где? Везде. Всего лишь слова, он просто старался проявить заботу. Наверное. Я иду наверх собираться. Ты со мной? Через минуту поднимусь. Так, где череп? Ты видел, как я опускал его в пруд, да? Значит, он у тебя. Где? Не знаю. Не лги мне! Не смей мне лгать. Где? Не знаю. Говори правду. Ты его забрал. Ты взял. Говори. Говори. Я не брал. А кто тогда? Кто взял? Не я. Кто? Мэрион. Мэрион взяла. Мэрион его взяла. Чтоб тебе, твою Мэрион. Эдвард, ради всего святого. Микки, где ты это нашел? В пруду. Кто же его туда положил? Он? Эрик? Он положил. Значит, череп все-таки был. Но Эрик же сказал, что не видел его, в отличие от Дженни. Знаю. И зачем же Эрику вот так врать? Микки, все, что было с черепом до этого, ты подстраивал? Нет. Микки, раньше ты всегда говорил мне правду. Ложь — это грех, ты это сознаешь? И ты не должен лгать мне сейчас. Все остальное, Микки, твоих рук дело? Нет. Я просто не понимаю, если это был не Микки, если это не было ее воображением, но с чего бы Эрику такое творить? Не знаю. Просто не знаю. И что нам, по-твоему, с этим делать? Мы возвращаемся туда, в этот дом. Микки.
Микки! Микки, мы с Эриком уезжаем. Я бы хотела попрощаться. Мне бы хотелось, чтобы мы расстались с друзьями. Микки! Микки! Эрик!
Дженни! Дженни! Что произошло? Дженни, с тобой все в порядке? Дженни! Эрик? Эрик пытался... Где он сейчас? Я не знаю. Не знаю. Я найду его. Эдвард, будь осторожен там. Все нормально, дорогая, все хорошо. Все хорошо, не плачь. Эрик! Эрик! Ответь мне, прошу тебя! Эрик! Эрик! Эрик, где ты? Эрик! Эрик. Зачем он это делал? Из-за твоих денег. Главный вопрос в том, была ли смерть Мэрион несчастным случаем. Хотя этого, полагаю, нам уже никогда не узнать. Их тут больше нет. Спи. Перевод и озвучка Хэм.